Хотелось бы, чтобы готовились участники Запорожья и выходили в трико, согласно правилам, с буквами своей страны. Она в красном трико на ковре А. 20 лет спортсменки из города Кунма. 10 лет занимается борьбой. Красноярск борется первый раз. Серебряный призер чемпионата Азии 2013 года. Катерина Гончар из Беларуси, город Минск. 27 лет опытная спортсменка. Мастер спорта международного класса. Участница многих чемпионатов Европы и мира. Тренер Олег Райкин. На говорите в красном трико выступает Татьяна Новик, Россия, город Красноярск. Татьяне Новик 17 лет, 6 лет занимается борьбой. Серебряный призер чемпионата России. Серебряный призер международного турнира в Германии в 2014 году. Ее соперница в синем трико. Новая РДД Папада, ей 22 года. 8 лет занимается борьбой. Серебряный призер азиатского чемпионата среди юниоров. Победитель чемпионата Монголии.
На Гавриле начинается второй период поединка со счетом 4-0. Схватку ведет спортсменка в синем трико Ирина Алагонова. Руководитель ковра этой встречи Хабибулло Нарзубаев Таджикистан. Арбитр Исао Акияма, Япония, бортовой судья Алус Насиар. Thank you.